Друзья, всем привет! Так цветет мой флокс шиловидный. А сегодня я хочу с вами пересадить свою лаванду. Я ее черенковала. Сейчас покажу. Вот такой кустик лаванды. Ну, тут не кустик, тут он много череночков было, видите. И теперь мне их надо разделить, потому что сама лаванда кустовая, и она будет загущать друг друга. А вот эти длинные ветки, ее можно подрезать, и она пойдет опять на черенки. Так, ну вот это примерно... такую часть. Так. Она тогда и укоренится хорошо. Ей будет легче. Вот. Сейчас ее подрежу. Ну, сейчас я вам покажу. А вот эти вот обрезанные. Здесь уже древесневевшая, видите? Нижние веточки вот так вот уберу. Пойдет опять на черенки. Будут еще дополнительные кустики. Так, вот так, друзья, я их разделила. Видите? Видите, сколько получилось? Черенков. Вот. Ну, тут, наверное, все три пойдут. Корни переплелись. Уже не стала их рвать. Корешки. Такие хорошие. Тут вообще кустик прям такой хороший-хороший. Все. Пойду сажать. Так что, ребята, лаванда очень хорошо укореняется черенками. В прошлом году весной вот так вот обрезала лаванду свою и обрезанные веточки причеренковала. Сейчас покажу, где я тут обрезала. Ой. Вот так, видите, нижние вот эти веточки обламываете, зеленую оставляете до такой вот расстояние, ну, сантиметра, наверное, 2-3. Если черенок небольшой, вот, то глубь 2-3 сантиметра. Если побольше, здесь, кстати, можно сделать сейчас из всех вот этих боковых, вот смотрите, можно вот это вот так отломать. Вот черенок, вот с одной этой ветки, ну, сколько тут черенков получится? 1, 2, 3, 4 штуки. Так что сажайте, черенкуйте свою лаванду. И будет у вас лавандовое поле. Так, ребят, посадила. Это мои три старые куста. Ну, вот это будет у меня бордюр из лаванды. С этой стороны у меня лаванда, а с этой самшитик. Вот видите, он уже начал расти, хорошо укоренился и дает прирост.